Всем привет, с вами Лего, и сегодня я вам покажу советы по Лего кастому, да. Ну, можно по-разному закастомить Лего человечков. Давайте же первый способ, он же самый-самый простой. Помните, показывал эти тюбики вам? Вот-вот. Просто берем тельце, допустим, берем краску, открываем ее. Одну секунду. И, естественно, красим. Вот. Сейчас я красить не буду. Давайте так вам покажу. У меня все равно есть еще одно такое тело. И это обычно красится из кисточки. Просто так показал, чтобы сейчас не загрязнять кисть. А то она засохнет. Вот. Можем посмотреть, вот такая штука. Когда она затвердеет, то все будет нормально. Но это желательно делать кисточкой. Красить фигурку. Второй способ, если вы хотите какие-нибудь мышцы сделать, либо пластика, либо jumping clay. Спросите, что это такое? Это что-то наподобие пластилина, только он лепится и застывает на воздухе. Да, есть такой пластилин. Не очень прочен, но все же не надо печь ничего. Просто на воздухе сам застывает. То есть можем взять этот jumping clay, клей точнее, и что-то из него слепить. Он потом засохнет. Если вам этот цвет не подходит, можете купить просто другой цвет или же покрасить. Он также хорошо красится, поверьте мне. Вот. Что-то мы слепили. Такое вот непонятное. Допустим, прикрепляем на фигурку и все. И это затвердеет на нем. И самый сложный способ, для этого нам понадобится скотч. Это когда вы хотите рисовать аккуратные принты. Там любые карандаши. Так я делал Джокера из кастомов. Помните, да? Убираем это все. Это все нам вообще не понадобится. Вот. Ножницы и кусочек бумажки. Значит, что делаем? Допустим, хотим мы сделать принт. Вырезаем. Сейчас. Надо убрать эту фигурку. Вырезаем вот это тельце фигурки. Я сейчас примерно, я не буду ничего стараться. Вот. На нем рисуем все, что вам нужно. Ну, помните, как я на Джокере делал? Сейчас. Вот тут у меня ковер. Короче, какую-то абру-кадабру мы нарисовали, да? Мы видим. Берем человечка. Вот так вот делаем. Не, без краски. Это просто я сейчас наложил краску. Так-то просто так делаем. Разматываем скотч. Естественно, вы делаете поровнее форму. И не надо краску мазать. И вот так вот закрепляете. Ну, руки сначала надо открепить. Вот. Вот так вот заматывайте. А что же делать, если вы замотали вот эти отверстия? Просто туда вставляйте и потом руку продавливайте. Ну и так у вас что-то получается. Принт. Естественно, сзади, если вы хотите, тоже принт. Это довольно-таки нормально выглядит. Вы не думаете, что это какой-то просто идиотизм. Нафига кому это надо, если есть краски? Если вы не можете так хорошо нарисовать из красок, то тогда этот вариант тоже подойдет. Ну вот все три способа моих, как я кастомлю своих фигурок. Ну и подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Лего. Пока!